Приветствую всех зрителей и подписчиков моего канала. В данном видео хочу поделиться с вами очередным интересным ICO-проектом. ICO-проект родом из Индии, называется он Cygus. Изучив белую бумагу, могу сказать вам то, что Cygus является конкурентом VeChain. Он точно так же, как и VeChain, помогает отследить полностью всю цепочку передвижений товаров. В данном случае Cygus охватывает узкую группу товаров. Это продукты питания, пищевые добавки и диетические добавки. То есть данный проект помогает потребителю получить полную и достоверную информацию о сроке годности товара, о стране происхождения, где он пересек границу, сколько он где времени находился и многую другую информацию, которая поможет проверить подлинность товара, подлинность указанной на нем информации о тех же сроках годности. И как мы уже все знаем, VeChain показал очень хорошие иксы, показал нам, что данная идея, она очень интересна сообществу, и у проекта Cygus в любом случае есть хорошие очень перспективы. Вот есть для этого хорошая большая команда разработчиков из Индии. Если вам хочется узнать более подробно о данном проекте, вы проходите на сайт, переводите на русский язык, читайте. Вот я и белую бумагу изучил, и на сайте уже зарегистрировался. Вот хочу вам рассказать, как это сделать, пройти регистрацию. Регистрацию пройти очень легко и просто. Для этого нажимаете на ссылочку под видео, вы попадете на главную страницу сайта, введите электронную почту, свой никнейм, пароль, нажмите кнопочку регистрация, подтвердите вашу электронную почту, и вы попадете вот на главную панель уже вашего аккаунта. Здесь вам будет предложено выполнить 5 действий. То есть все это связано с соцсетями. Нажимаете следующий. Здесь вам надо будет подключиться к телеграм-чату, указать свой никнейм из телеграма, ну, имя в телеграме. И вот таких действий у вас будет 4. За каждое действие получаете 2 токена CBT. Плюс за регистрацию 2 токена. Итого все вместе мы получаем с вами 8 токенов по курсу. При продаже на ICO токенов у нас будет с вами на 500 рублей. Считаю, это очень неплохо за регистрацию получить 500 рублей. Плюсом ко всему, после выхода на биржу токен в любом случае сделает 2-3 икса минимум. Поэтому обязательно регистрируйтесь. Осталось несколько дней до завершения ICO и до завершения бесплатной раздачи токенов. Также после регистрации у вас будет ваша реферальная ссылка, вам доступна. Обязательно поделитесь вашей реферальной ссылкой с вашими друзьями, родственниками, коллегами. Пусть они также проходят на сайт, регистрируются, получают свою бесплатную криптовалюту, соответственно, бесплатную прибыль. Я думаю, любому человеку было бы приятно, да, получить такие бонусы. Поэтому, как минимум, вы сделайте хорошее дело, поделившись своей реферальной ссылкой, потому что, я думаю, вам самим будет приятно получить прибыль без вложений, так почему бы не поделиться приятным со своими близкими людьми. Расскажите обязательно им о том, что есть такая тема, как аирдропы, бесплатная раздача криптовалюты. Привлекайте их к этому не для того, чтобы получать прибыль от того, что они проходят по вашим реферальным ссылкам, а для того, чтобы ваши близкие люди, так же как и вы, не упускали возможность в будущем получить хорошую прибыль, сейчас не вкладывая абсолютно ни рубля. Все, что вам надо делать, это проходить регистрацию и выполнять иногда еще несложные действия в социальных сетях. Поверьте мне, среди всех криптовалют, которые я представляю вашему вниманию, будут криптовалюты, которые принесут нам с вами очень хорошую прибыль.
если учитывать тот момент, что мы не вкладываем с вами ни рубля и ничего не делаем тяжелого, мы просто проходим регистрации. Вот. Опять же, повторюсь вам, примеров очень много таких, когда бесплатная криптовалюта, которую давали буквально там за регистрацию, может быть, еще за какие-то несложные действия в социальных сетях, со временем вырастала настолько в цене, что ее можно было продать за очень-очень большие деньги. И тот же вот эфириум, я уже где-то говорил в каком-то, в одном из своих видео, при выходе на рынок бесплатно давали 1000 или более токенов эфириума. Представляете, да, те люди, которые не проходили мимо, не упускали эту возможность получать бесплатно криптовалюту, вот, получили эфир в свое время 1000 токенов, а он 1500 за один токен стал стоить. Вот и считайте, это миллионер долларовый. Я не говорю вам уж о том, что мы с вами долларовыми миллионерами станем, но то, что мы в любом случае с вами будем проходить регистрации в тех проектах, которые со временем принесут нам хорошую прибыль, поверьте мне, оно так и есть. Поэтому обязательно, если не подписаны на канал, подписывайтесь, нажимайте колокольчик, чтобы быть в курсе самых интересных ICO проектов с бесплатной раздачей токенов. Если вам было полезным данное видео, ставьте лайк. Если видео не понравилось, ставьте дизлайк. Это будет для меня знак тому, что что-то делаю не так или некачественно. Ну, в общем, что надо над чем-то работать. Ну, хотя я понимаю, что работать надо много над чем при съемке видео. Вы уж извините, что качество не самое высокое, что может быть и как-то подача информации тоже не совсем правильная. Но у меня нет опыта съемок видео, нет опыта разговоров с самим собой, поэтому как бы, если я буду видеть интерес к моим проектам, вот, к моим видео, я буду снимать их для вас все больше и больше, соответственно, и уровень, и качество будет повышаться. Хочу сказать вам большое спасибо за то, что досмотрели видео до конца. Желаю вам хороших заработков, больших профитов и до скорых встреч.